Вот этот сложный какой-то. Чего? Да! Смотри-ка. Сегодня видео будет сквад из 5 соперников сразу. Это нечестно? Да, это непобедимо. Ну вот сейчас и посмотрим. Конечно же, сначала лайки, подписки, комментарии не забываем. Это супер важно! Ну а также пару слов о спонсоре. Это компания 1X. Наиболее надежная, с лучшими предложениями. Если вам нравится спорт и киберспорт, вы хотите получать больше эмоций, то в закрепленном комментарии под видео вы найдете ссылочку, и там по промокоду Эракес получите до 520 долларов бонусом. Я вам желаю только побед и полетели быстрее! Давай, иди сюда. О-хо-хо-хо-хо-хо, так. Надо было резать, ну ладно. Бля, угловой. Всегда приятно убивать таких угловых, так чисто. Топает. Братишка, гранату давно видел? В рожу у себя. Не, подожди. Вот это. Вот она, двойная. А. Хорошо доджит. Ну вот третья точно, с третьей всегда залетает. Да что ж ты будешь делать? Если третья не залетает, четвертая обязана. Это какой-то у него неуязвимость от гранат, я понял, он прокачал новый спел. Он просто не проходит урон. Сюда! Ля, как спрятались! Вот это да! Так. Лянь, там топает еще кто-то. Сейчас мы пойдем за ним, сейчас пойдем. А, это местный развлекаловщик. Это было легко. Даже можно за фраг. Вычти фраг. Игра, вычти фраг, это не считается. 4. Все. 4 убийства. Слишком просто. О, ладно, вот этот сложный был, согласен. Этот за 2 идет. Это жесткий. Так. Кайф! Ой, хорошо! Подстилил, подъел, фришечка. 2 в подарок. Прям как по акции в пятерочке. Так, ага. Ну-ка, где тут? Я надеюсь... Братан, я надеюсь, ты научился пользоваться катаной как надо. Может, оно ему не надо? Сюда! Ха-ха! 11. Просто минус сквад. Это подожди, в смысле? Во сколько здесь? Сколько вас? Вы что, вы все хотели прийти и забрать Родина? Безумцы какие-то. Ладно, ладно, братан. Вот это кто? О-хо-хо-хо-хо! Бошку прикрываю, ага. Тебе говорила, вот, мама, без шапки не выходи. А ты всё... Что? Ты чё там делал? Ля, крыса! Ну ладно, я тебя запомнил. Я тебя запомнил, мужик. Это он же справа. Он уже вот он. Он вышел здесь спокойно. Родился еще в баге стреляет. Там же никого нет. Здорово, бро. Видал когда-нибудь такое? Опытный наперсточник со стажем. Ля-ля-ля, это что за форсаж? Ты что, это виндроссель? Что происходит вообще? Это тот же самый вот этот вот с баги, который выходит на ходу. Ага, так. Ну ра. А. Его убил кто-то со школы. От школьника отлететь, это вообще надо быть лохом.
Это просто попущенный. Так, так, так. Ой-ой-ой. Ты ж вылези, разочек. Ну, разочек выгляни, ну что ты? Да я не буду тебя бить, я мирный, дружелюбный, я френдли. Не поверил. Это плохо. Так, давай, 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 давай. Давай еще. Давай еще, выходи. О-о-о-о! Вот это был размен. Вот это был неждан. Бля, вот этот сложный какой-то. Чего? Да! Катана! Вот это то, что нам надо. Вот это резанул, так резанул. Хорош. Ну и конечно, друзья. ЮСИшки бесплатно разыгрываются, раздаются, можно даже сказать, в моем телеграм-канале Ирокез Биба. Я вас там жду, ссылочка есть в описании. Нужно просто прийти, подписаться на сам канал и написать под постом с этим роликом свой ID, чтобы я знал, кому отправить и куда ЮСИ. Вот трое сегодняшних счастливчиков, выбранных случайно, они уже получили по 325 UC каждый, и такие штуки проходят абсолютно каждый день. Так что переходите, подписывайтесь. Ну а все UC-шки предоставлены он Top UC Shop. Это лучший магазин, там выгодные цены, там огромное количество способов оплаты, все удобно, надежно, безопасно, вас никто никогда не кинет. Поэтому переходите по ссылочке также в описании или QR-коду, который на экране, и подписывайтесь на магазин Он Топа. Ведь если вы подписаны, то у вас больше шанс победить в розыгрыше и получить UC на халяву, да-да. Ох. Ауа! Сюда, 20-й фраг. Это уже начинает быть интересным. Хороший такой выход. Хе, но ты дал заднюю, бро. Никогда не давай заднюю, если у тебя нет передней. И это очко! Хорошо, хорошо. Давай, оба. Так, 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 иди сюда, иди сюда. Хорош. Немножечко топот слева, снизу. Легенький такой. Незначительный. Разминочный. Можно даже так сказать. Сейчас, подожди, кольнемся. Ага. Так, 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 так. А? Че ты там топаешь? Ну встань на месте, я тебя взорву, ну ё-мо. Вот, вот так. Да! Хорошо. Вот это вот граната. А ты куда ее кинул? Это что за крученый бейсбольный супер мяч был сейчас? О, против ДБС, отлично. Не-не-не-не, ты ж хорошо придумал. Ладно, так тоже нормально. И толкайся. Ну давай. Ну давай, что ты смелый, да? Что-то он слишком смелый, подожди. Что-то я не такой смелый, как он. Ладно. Ага. Ага. Сейчас нормально, сейчас подожди, сейчас он. Это он пока в фокусе, сейчас он пару раз не попадет, у него тильтуха словится. Сейчас нормально, нормально, сейчас сделаем, сейчас сделаем. У него там друг дотикивает, вот он уже нервничать начинает. Сейчас, сейчас, сейчас поймаем. Ой, тяжелый, а? Как же с ним нелегко-то, и позиция плохая на него. Так, оу. Йомба смог. Ясно вам? Так, 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 так. О, все, ну теперь мы с тобой на равных, братанчик. Ну теперь давай посмотрим, такой ли ты умный, когда я рядом. Опа, опа, это кто тут убегает? Это у кого такие трусливые ножки слышны? А, смотри-ка.
Глянь, а катаночку можно... Кто теперь тут самый умный, а? Ау. Похоже, все еще ты. А, нет. Теперь все-таки я. Давай. Отлично. Размотали общаги. О-о-о, вы что там вдвоем делали под деревом? Прикинь, два чела под деревом лежит одновременно. Кто это вообще? Это даже не Викторы. Даже Виктор так не делает. Ага. 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 О, попал! Так. Куда он? Давай. Чуть правее. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, нет. О, хорошо. Ничего себе там тачек, тут 4 человека в кемпе. Надо быть очень осторожным. Нормально. Кто там такой стрелок жесткий? Братан, у тебя что, ты это, спрей энд прей? Глянь, вообще... А сколько у тебя патронов? А, все, фу. Я думал, у него 1000 патронов. Я думал, они никогда не закончатся. Вообще безумие какое-то. Фришечка подарок. Всегда приятно получать подарки, как Новый год каждый день. О-о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 -
Опять этот стрелок. А, это кафан. Это кафан. Ну, это понятно. Это он из дурки сбежал. Нормально ему. Он где-то нашел пулемет, сбежав из дурки. И давай. Вот это вот все. Вот это вот все наваливает. Ему вообще ничего больше не надо. Он просто стреляет. Он даже, ну, воздух. Ага. Ну-ка давай, где кафан? У него даже имя, ага. Да, вот такое вот. Кафан. То есть, ну что-то как-то вот. Ты думаешь, с этим чуваком лучше не связываться. Ага, опять его вот это вот. Пошли залпы. Так. Ну давай, ну вылези. Ну чё ты? Ну чё он? Ну давай. Не хочет. Там еще сзади чел. Ну, попади хоть раз, да! Ой, это не кафан. Да ладно, а кто тогда? А где кафан? Ой, как ты, попадись, у него что, аура какая-то, он Нео, лежачий Нео. Если лежачий полицейский, это лежачий Нео. А, ну, ладно. Да ладно, ну залети! Ну залети! Нет! Ты чё? Ты чё? Сука, нет! Не, это баги игры, это не оправдывается вообще никак. Это бред, Валерий, это бред просто. Потому что, ну а чё, ну а как? Просто стрелял, 1000 попаданий было, 1000, не меньше. Я на реплее считал, на замедленной съемке, там было 1000 попаданий. Чувак живет, потом разворачиваешься, тебя убивают сразу. Это бред, это бред. Так, давай, ага, вот он.
Ща я на тебя отыграю, ща я на тебя всю свою злость вымещу. Так, ща тебя вот кулак видишь, он у тебя сейчас так глубоко окажется, что ты просто охренеешь, что, что у тебя будет прозвище, это, Серега Марионетка. Ага, потому что там как бы, ну, братан, без базару. Слишком ты вот это вот меня разозлил. Ну не ты конкретно вот этот желтый, а тот чувак в предыдущей катке, который убил. Ага, ты тоже дробовикошник, да? Ну давай, у кого, так сказать, ствол прочнее, померяемся. Понял. Это шейх. Но ему метким быть не надо, ему просто достаточно. У него денег много, вот он просто приходит, и ему и так все поддаются. Чё ты вот это? Так, ага. Ну, здесь это какой-то сервер инвалидов явно. А, походу, один из них вот тут вот. Ладно. Вот видишь, как нельзя рот свой открывать лишний раз. Сразу, моментально прилетает. Такой типа, а что ты сказал? И все. Я осажен в моменте. Вот тут вот двое. Ого! Да сука, ну иди ты на него, ну резони ты его! Райдин использует катану только исключительно как дефенсивный предмет. То есть он ей защищается и смотрит на человека. Ага. Как же ты не вовремя резанул? Вот вообще, вот. При условии, что он играет божественно, он вообще ни хрена не может понять, как работает катан. Вот вообще, он не понимает, как ее правильно использовать. При условии, что он великолепно играет, просто охренительно, один из лучших игроков планеты, катану он вообще не вдупляет. Вы знаете, это бывают такие люди, которые там, например, вот он там, не знаю, гений математики, но не умеет правильно использовать туалетную бумагу. У него все время вот он ее не может вдвое сложить, чтобы вот у него вот палец сквозь бумагу не пробивался и вот это не оказывался там, где не надо. Вот, бывает такое. Ну, типа, ничего не поделаешь. Такова жизнь. Ага, так. И еще. Да еще одного. Лень, че ты там щелка прям еле пролезешь. Такая чисто. Дырочка в притирочку. Сука. Так. То под слева, то под справа. Пацаны, вы че меня окружаете? Успокойся, Давай. Выглядывай. Давай сюда. Еще одного, вот этого. Не. Пока на отдыхе. Ну что, починки, вы меня ждали? Король починок пришел. Давай. Выходи. Ля, сидит, не хочет выходить. Ладно. Сейчас выберется. Сейчас... Ты чё? Ладно. Сейчас вернемся. Подожди. Сейчас сделаем. О, там дроп. Ладно, давай туда. Да, это специально было, чтобы на дроп прилететь. Все нормально. Просто я вот знаю, что вот там вот дроп вызвали. Как еще так быстро туда оказаться, правильно? Не ехать же на машине. Так задумано. Что ты вот это? Ага. Ой, вот он дроп. О, вертолет. Привет. Ястреб сбит. Так. Еще одного сюда, пожалуйста. А то лута как-то не хватает. О, смотри, сейчас еще раз увидишь, как не надо пользоваться катаной. Нет, так надо. Так нормально. Это очко!
Оу! Ага, ага. Давай. Ну давай. Оу. Наконец-то! Наконец-то ты не убежал куда-то в задницу после того, как в тебя разрядили щит катановский. Наконец-таки он вышел на чело и убил его. Не прошло и 17 тысячелетий. Все, погнали. Мосты никто не держит никогда. Мосты не перекрывают. Мосты, я сказал, не перекрывают! Не-не-не-не-не! Все, я уйду непобежденным. Пошел нахер. Меня не убили. Все, ничего не знаю. Я живой.